Ну пошел я людей лечить. Я короче, этот огромный доктор. Просто гигантский. Да. Или давайте спасать моих коллег белых, белых халатах. Вот именно. Ну а что, правда, коллегу тут съели немножко. Я уже ему помочь не могу. Киракуин, дай сам ну бакудан. Бойца отдаст! Ах ты ж, урод, класс Д! Оставьте меня, оставьте его мне. Все, он ваш, доктор. О, быдло умер. Да, быдло и должно умереть. Добро пожаловать. Осторожно, осторожно, что вы вытворяете? Степа, я не попал по вам? Да, зачем мы его убили? Он был мирный. Дядя Степа, простите. Там карточка, скорее всего, у него была. Давайте пройдемте, возьмем ее. Ну, давайте. Как взять? Что за команда? Точка тейк. Вроде взял. Первым можете открывать двери. Поздравляю. Спасибо. О, сколько Д-класса! Стоять! Олеганов, стоять! Хуя себе здоровы! Ну, так сказать, подкачался. Оранжевые мои. А почему вы такие желтые? У вас болезнь какая-то? Здравствуйте, я уборщик. Уборщик, вы всем заткнулись, я слышу поветрие. Д-43-21, а ну-ка стоять. Дай я понюхаю тебя. Отвратительно! Поветрие! Оружие? Видите, я вас всех спас. И от поветрия, и от оружия. Я же говорил. А, нормально. Так, дайте я вас понюхаю. Да он не тронет никого, вы о чем? Чуть на нас ебет уже. Он мирный. Он мирный, он никого даже не тронет. Он просто уверен. Да, он разумен вообще. Он меня куснул. А тот большой любви. Ну, блядь, за шо вы Егорку так? А хочу сообщить вам, что мы перешли на новый удобный сайт. Привязав Steam к личному кабинету, вы легко можете поддержать проект, получив желанные плюшки, например, поменяв размер персонажа в игре. Также до 19 августа у нас действуют скидки в целых 35%, так что поспешите. Ты класс. Слышу вонь какую-то, но это не поветрие. Ну, дорогие люди, я предлагаю меня вывести нахуй, мне тут больше не интересно. Да, у вас очень позитивные дети, вы знаете. Да, это не дети, это вылеченные мной сотрудники. Я требую, чтобы меня провели. Я вас проведу лично. Вот, буду очень доволен. Он Агушу порекушал. Агушу доктор любит. Слушайте, я сейчас до сих пор себя сдерживаю, но если эта хуйня не заткнется, я ее тоже полечу. Да, мы ничего не имеем, она нас тоже заебала так-то. Вот это у нас процессия эрудитов настоящая. Дядя Степа, у нас вооруженный класс Д, поможете? Где-то в комплексе в тяжелой зоне. Господи, ну пойдемте. Дядя Степа будет всех лечить. Без разбора. Ну почти. Дядя Степа поехал разбираться с классом Д. Я не влезаю. Вернитесь за мной, мне одиноко. Я не влезаю. Пойдемте на другой гейт, я не влезаю. Ой, там машина едет, там ваша. Кто там? Доктор, вы влезайте, вам только надо это... Машина! Кто стреляет? Ох, ёб твою мать! Помогайте дяде Стёпе! Дядя Стёпа съёбывает, это же проблема! Неверно. Давай, ебашик! Ебашик! Ой, я извиняюсь, живы. Блядь! Ебать, я сейчас все поправлю! Я думал, это зеленые! Я сейчас все исправлю, только прикройте, сейчас он обратно встанет. Я нечаянно. Добро пожаловать в мир живых обратно. Он нападал на зеленых человечков. Нападайте на зеленых человечков, Миронов. Вроде воскресил. Ну, ладно, пойду дальше воскрешать. Блядь, спасите меня, я уже почти умер. Я уже почти труп. Давайте, я ваш щит. Давай, за мной. Пошел. Пожалуйста, вышите отопление. Все, победа. Ужасное фаер-шоу, я почти весь... Я как душ в лах уже хожу, понимаете? Блять, нас двое, что ли? Нас 2.5, я бы сказал, потому что я почти уже все. Не, я бы сказал 3.5, учитывая то, что ты... От меня осталось буквально 10 сантиметров живых.
Понимаю. Я даже цвета уже не различаю, ребята. Может, мы вас все-таки лучше выведем, а потом... Ну да, вы выводите, я не хочу умереть. Блядь, да что, сука. Дальше вы сами, я уже пятерых заебашил, этих зеленых, не знаю, кто это. Скажите начальству, что я сотрудничал, понятно? И что, мне нужно очень много материалов для опыта увеличения. Братиш, там сирена орет, что происходит? Не знаю. Да пошли лучше поедим, нахуй работу. А где ты тут столовку видел? Все закрыто, блядь, все перекрыто. Да, блядь, я доширяков взял. Да, ну пойдем, чайник найдем. Кто такой был? Ты видел? О, там кто-то есть. Не, у меня тут... Оружие на землю, всем лечь! Оружие лечь, землю, лечь! Раз, стене, к стене! Стрелять буду. К стене, быстро, быстро, к стене! Ты что такой же? Сзади, блядь! Уходим нахуй! Извини, я должен был жить. Ой, братан. Блядь, он всех хули творит. Ну, я от страха это сделал, извини. Обосрался. Повезло, что съебался. О, ты класс. Ой, все. А ну-ка, встали в стеночки. Помоги. Да мы поможем, мы поможем. Стеночки встали, стеночки. Помогите, помогите. Да, так, аниме, обыскаю тебя. Чик-чик, арпадействуй, чик-чик-чик, выкладывай все. Они пустые, у них только патроны. У меня нет ничего. А дяди 39, я же... Ах, скотина! Чё? Твою мать! Эй, Андрей, ты жив? Да, я жив, что ты, справился? Я Стёп, это вы? Ну все, идем, парни, работать. Что такое? Ты такой здоровый. Я не понимаю ваших упреков, как бы. Я в рукопашную пойду, пацаны. Это на щит, щит. Все, всем пиздец. Я всех в рукопашную просто поубиваю. Мне даже стрелять не нужно. Стоять! Стоять! Перецом к стене! Перецом к стене! Такой здоровый, да. Огонь, 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 печенька! Я могу из-за вас стрелять! Смоляй по нём, смоляй по нём! А я потом ничего делаю, блядь! Да! Да, ссылка. Мощь огромного размера просто. Покупаем, ссылка в описании. Просто уничтожил, блядь. Забил как дубинкой. Вперед, 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 вперед! Охранник! Вперед, мои маленькие собратья! Мои миньоны! Вперед, мои миньоны! А, бля! Минус один. А ну-ка, стоять, 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 стука. Вывернул карманы, все, арпадист я обыскал. Высрал все. О, опточка, да-да-да, спасибо. Трой, идешь за мной, будешь защищать меня. Не, я тут вывожу, я лично охраняю. Все, не, да нахуй вы идете с ним? Один, пошел и все. Блять, ладно, пизду, пошли. Что? Не бейте меня! В смысле, кто тебе? Амалай, Зантосток! Блять, ты что ж такое, ты это всех поубил, пидорас. Да ничего не делал, блядь, не давай! Закрывай! Блядь, пиздец! Ты закрывай, ты последний! Да я же первый! Блядь, сука, ёбаный охранник! Ни хрена себе поели! Мать, ты как в машину вместился! Я в багажнике ехал. Дядя Стёпа, ты ли это? Ну таки да, я ваш командир, я выше всех, считай. О, работайте! У нас не платят, тебя обманули. Все. Спасли нашего дядю Стёпу! Да дядя Стёпа сам всех захуярил. С троих пулеметов сразу. Вперед в штыковую, да я всех как дубинкой разъебашу. Дядя Стёпа просто мощь. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Я помогу. Ладно. По-другому стрелять, не потому. Просто съели. Хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.